Сегодняшняя история началась с одного простого сообщения в чате. Оно сейчас на ваших экранах. Я сразу понял, что к данному челленджу необходимо подойти максимально серьезно и проявить сноровку. Но вопрос, смогу ли я создать такого кабала, который позволит мне выполнить все условия и победить у зрителя? Меня зовут Джонни, и это история бруталки за 5000 рублей. 5000 на кону. Я должен выиграть 2 игры за кабала, пока играет вот эта музыка. Получается, я должен обязательно добить с помощью его секретной, наверное, лучшей, да, бруталки, которую мы уже делали в прошлом выпуске. Крик. За 5 минут. 2 боя в лиге. Сделать бруталку, сделать мерси. Ну ладно, попробую. Сначала нам нужно собрать интересную вару. Эффективную, да, у которой будет газ для бруталки. И она должна быть достаточно сильной, чтобы я смог за нее выиграть. Сложно. На самом деле это не будет просто. Потому что если мой оппонент меня выигрывает, я проиграл. Если оппонент долго тупит, я проиграл. Если я не могу добить с помощью бруталити, я снова проиграл. Поехали. Наш первый оппонент. И моя новая собранная вариация. Есть комбы, есть, наверное, прессинг с помощью газа, и есть миксап. Ну что, я надеюсь, вы готовы. Поехали, поехали. Плохое начало. Хорошее продолжение. Есть. Так, перекинули через себя. Ой, парень очень много нажимает. Я не знаю, когда эта песня обычно заканчивается, поэтому... Ох. Окей. Пока что идет хорошо. Парень очень много нажимает. Ох ты, неплохо. Блин. Блин, хорошо. Да. Ну же, Джонни. Блин, он уже поймал. Он заиграл, он наконец-то заиграл. Блин, ну, ладно. Нет, нет, нет. Нет, нет, Джонни, терпи, Джонни, терпи. Блин, плохо, 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 плохо. Я не должен проигрывать раунды, да, если я хочу выполнить это испытание, потому что это очень много времени жрает. Ладно. Будем играть на кончиках пальцев. Будем играть на нейтрале, так называемом. Так. У меня должен быть еще метр. У меня должен быть метр, чтобы я его добил в конце. Потому что, ну, только так сработает бруталка. Так, пока не добиваем. Мерси, 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 мерси. Хорошо. Ну, ну, ну! Yes! Слушай, у него же нет души у Терминатора. И мне кажется, по факту такая анимация не должна проигрываться. У него нет... Хотя... Не, ну это же не Робокоп, да? Если бы, скажем... Он сделал испуг на Робокопе, я бы мог согласиться. Так, нажимай, 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 нажимай. Нажимай! Блин, я увидел то, что там есть красный провод. Быстро, 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 бери, 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 бери! Блин, мне нужно, чтобы оппонент сразу, чтобы на рейдже сразу выбирал... героя. Я не знаю, когда песня это закончится, вот, но мне кажется, уже больше половины прошло. Так, все, бруталка, бруталка. Плохо. Давай.
Давай, Джонни, пожалуйста. Очень мало времени остается. Я должен быстро комбить. Блин, не затухай. Есть. Так, играется. Я просто чувствую бридж, и сейчас будет фейт. Не затухай. Ой, хорошо, антиэр. Ладно, молодец. Быстро, я буду комбить через апперкоты. Вот оно, ребята. Секретная техника Джонни. Успел. Оставалось 10 секунд. О, Аксел, спасибо. Спасибо большое. Буквально вот 5 секунд до конца трека. Пэнг. Но 5000 у нас в кармане. И это еще не все. Сразу после этой бруталки уже другой зритель захотел, чтобы мы сделали самую сложную бруталку Китаны в Mortal Kombat 11. Концовка челленджа, думаю, вас обязательно удивит, потому что там получилось немножко не то, что мы изначально планировали. О, Раша! Привет, Джонни. Какая самая Йо! Сложная бруталка за Китану, покажи по-братски. По-братски? Так, давайте посмотрим, что у нас по добиваниям. Ну давайте поймем, какая из них самая сложная. Вот это самая сложная бруталка. Вееричная бруталка всегда получается, это не самый трэш. Если говорить про сложные брутальти Китаны, то у нее есть распотрошение добить вот этой серии. И есть, наверное, вот кукуруза в початках. Я не видел ни одной из этих бруталок, то есть там, чтобы там Китана своими кручениями добивала или в воздухе там падала, да, своими лезвиями. Так, ну хорошо, распотрошение попробуем. Обязательно комбо 12 ударов. Без этого не сработает. Ладно, попробуем. Спасибо. Окей, две сложные бруталити. Ох, это Абисс. Блин, я видел его сегодня на гранд... В гранд-финале у Армана играл. Бля. Он на Джеки, да? Абисс играет на Джеки или нет? Ну, у него много героев. Этот чувак настоящий мультифайтер, мультимейн. Я не знаю, как его побеждать. Ну, мы попробуем. Хорошо. Учитывая брейкер. Ну да, тут надо, чтобы все звезды сошлись. Ладно. Самая сложная бруталити за Китану. Я думаю, мы сделаем. Мы сделаем. Ай, бля, у него это есть. Блин, я лоханулся, черт, я слишком глубоко ударил. Ребята, учитесь, это anti-air crushing blow от Johnny in the Dark. Это crushing blow серия от Johnny in the Dark. Да, вот он, миксап прессинг Китана в углу, когда чередуются
нижней вера с верхними. И это все. И это все дает тебе идеальный шторм. Это идеальный шторм. Блин. Бруталка сказал, я два раза поймал его на серию, но я хочу идеально 12 ударов нанести. Поэтому я бью первую воздушную атаку максимально глубоко. И из-за этого, блин, я пытаюсь бить слишком глубоко. Я должен ударять пораньше. О, хорош. Блин. Есть сетап. Пацаны, для вас этот сетап был. Ой, хорош. Хорош абис. Да, я забыл то, что после вперед 2 захват, фатальный удар у него есть. У него есть возможность. Точнее, у него есть после вперед 2 захват сделать фатальный удар. Ой, молодец. Заблокировал идеальным блоком и наказал. Блин, хорошо лезет. Парень знает, куда лезть. Ай-яй-яй. Так, я должен добить эту серию, верно? О, нет. Это сетап. Это так называемый сетап на Crushing Blow от Johnny in the Dark. Ой, дурак, Johnny, терпи. Неплохо он в конце. Все-таки развел, да? Ай. Окей. Ребята, не спрашивайте, где я этому научился. Блин, я думал, будет захват. Сейчас ошибся. Парень не терпит. Ну же, добей. Блин, я случайно добил другой бруталкой. Другой сложной бруталкой. Это считается? Ну это тоже считается. Эта бруталка тоже была в списке сложнейших добиваний за Китану. Да блин, ну... Она просто отрезала голову. К сожалению, сделать бруталку, которую мы изначально планировали, так и не получилось. Но мы будем стараться, потому что там еще есть несколько добиваний, которые нам необходимо сделать на, возможно, следующих трансляциях. Пацаны, обязательно подписывайтесь, лайки, комменты. Сейчас очень часто отвечаю на ваши вопросы в секции снизу. Все, скоро увидимся, а вы давайте, не болейте. Пока.